Добрый день, друзья. Меня зовут Антон. Сегодня мы с вами находимся в салоне Bikeland на Каширке и поговорим про выбор спортивной экипировки. Минимальный комплект экипировки, который вам необходим, чтобы выехать на трек и попробовать свои силы, состоит из ботинок, перчаток, также обязательно спины, потому что куртки или комбинезоны не комплектуются, и вы можете выбрать по своему вкусу. И, конечно же, комбеза. Комбез бывает раздельный или слитный. Раздельный комбез отличается от слитного тем, что он очень удобен в городе. Ведь можно отстегнуть нижнюю часть и вполне чувствовать себя комфортно. Но если вы уже решили плотно заняться мотогонками, то, конечно же, вам придется одевать слитный. Он не совсем удобен в городе, но это очень безопасно на треке. Особенностью спортивного или гоночного трека – это аэродинамический горб. Иногда туда ставят гидратор или поилка. Одной из особенностей хорошей спортивной одежды для трека – это повышенная безопасность и хорошие материалы. В данном случае, например, на перчатке сшит палец. Хорошая есть защита запястья, дабы обезопасить его при падении. Если мы говорим про обувь, то в ботинках есть внутренний сапожок, который обезопасит ваш голеностоп. При подборе комбеза учитывайте, что на вас должна быть спина и термобелье. Комбинезон должен сидеть очень плотно, при этом не стесняя ваших движений. Локти и колени не должны проворачиваться. Что ж, желаю вам приятного сезона, побольше солнечных дней. Тренируйтесь, приезжайте на трек. Счастливо!